Развитие торговых связей и вопросы безопасности сегодня обсудил Совет глав правительств стран СНГ. По итогам встречи в Душанбе подписаны 40 документов. Один из них касается сотрудничества в сфере мобильной связи и призван удешевить услуги роуминга. Также принято решение выделить средства на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны. Сегодня же Дмитрий Медведев провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Речь шла об экономике. Мои добрые друзья и стратегические партнеры, у нас и в этом году есть позитивная динамика, связанная с тем, что, вот, например, по продуктам питания в настоящий момент Таджикистан наращивает свои возможности поставки на наш рынок. Он теперь у нас сориентирован на наших друзей и партнеров, так что возможности для развития есть.